«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Меня пригласил на день рождения мальчик Кукутик. И я уже даже купил для него подарок. Смотрите, какая красивая игрушка! С помощью нее можно выучить звуки животных, а также цифры и буквы. Прежде чем подарить эту игрушку, я хочу открыть и посмотреть, хорошо ли она работает. Поможете мне? Сейчас откроем коробку и достанем из нее игрушку. Вот так. Попробую нажать какую-нибудь кнопочку. Так. Кажется, не работает. Надо достать игрушку из коробки. Вот так. Я, кажется, понял, в чем дело. Здесь есть защитная пленка, ее нужно вытащить. Так, потянем. Ля-ля-ля, поет Антошка. Мяу-мяу, вторят кошки. Гав, залаял пес-боксер. И распался дружный хор. Хо-хоу! Вы видели? Игрушка заработала! Предлагаю проверить все кнопочки. Нажму сначала вот эту зеленую кнопку. Треугольник. О, треугольник! У меня тоже с собой есть маленький треугольник. Только он желтого цвета. Нажму на следующую, круглую кнопку. Круг. И круг у меня тоже с собой есть. Вот такой зеленый. Посмотрите, как он покатился. Ну что, нажмем на следующую кнопку, синюю. Звезда. И звезда у меня тоже есть. Смотрите, какая красивая, голубая. Нажму теперь на красную кнопку. Квадрат. А вот квадратной фигурки у меня нет. Кстати, ребята, на кнопочках написаны какие-то цифры. Давайте попробуем нажать на них еще раз. Один. Два. Три. Четыре. Здорово! С этой игрушкой можно выучить цифры. Посмотрим, какие еще кнопочки есть. А. Б. В. Г. Ого! Вы видели? Эта игрушка еще и буквы знает. Интересно, а что еще она умеет? Какой чудесный день, работа с ней не лень. Со мной мои друзья, и песенка моя. Со мной мои друзья, и песенка моя. Вот это да! Эта игрушка еще и песенки проигрывать может. Можно устроить настоящую дискотеку! Ладно, проверим остальные кнопочки. Собака. О, вы слышали? Эта собака в игрушке лает как настоящая. А над ее головой загорается какая-то лампочка. Внутри зеркальца. Здорово! Кошка. Мяу. Вы слышали? Кто-то сказал мяу. А кто сказал мяу? Ха-ха-ха, я шучу! Эта игрушка наша сказала мяу. Корова. Ну да, все верно. Корова мычит му. У нас осталась последняя кнопочка. Давайте нажмем на нее. Обезьяна. Вы слышали? Меня кто-то звал. Привет, Манки. Нет, тебя никто не звал. Это игрушка. Я ее купил в подарок мальчику Кукутику на день рождения. Понятно, понятно. Но нас уже ждут на дне рождения трактор. Надо ехать. О, Манки, ты прав. Погрузим игрушку в прицеп и едем. Манки, не отставай. Поехали. Малыш, давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки! Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай!